Привет! Сегодня у меня будет очень простой рецепт при кашле, начинающемся бронхите, а также при болях в горле. Конечно же, в комплексном лечении. Необходимо приобрести в аптеке почки сосны в сухом виде. Вот так они выглядят. Необходимо взять одну столовую ложку с горкой сухих сосновых почек. Опускаем в небольшую кастрюльку, заполняем 200 мл воды, то есть 1 стакан воды, доводим до кипения. Кипятим ровно 1 минуту. Потом все выключаем, закрываем и надо хорошо, чтобы все настоялось. Для этого необходимо все укутать каким-то небольшим одеяльцем. Примерно через минут 40-50 можно уже начинать пить, а остальной раствор в течение дня мы выпиваем. Как правильно пить? Детям можно такой раствор тоже пить. По 1-2 столовой ложки, в зависимости от возраста. Взрослым же можно выпивать до 50 мл данного раствора. Идеально, если он будет еле-еле тепленький. Просто берем, выпиваем дозу свою и не кушаем, не пьем 40 минут. Так можно делать до 5-7 раз в день взрослому человеку. Детям же 3-4 раза в день по согласованию с врачом. Вот и все. Будьте здоровы. Следите за обновлением. Все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, и тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.